Наш любимый папочка поздравил нас с праздником, с женским днем. Он подарил нам такие красивые тюльпанчики. Спасибо, дорогой. Всех нас, женщин, с 8 марта. Всем желаю большой любви и женского счастья. Папочка, зайчик, веселый, танцующий. Ты все пошел? Как весело, доча, давай скорее иди сюда к зайчику. Иди обними, поцелуй зайчика. Узнали? Это наш любимый зайчик. Вот еще мой любимый зайчик. Мои зайчики любимые. Не бойся, солнышко. Она немножко испугалась зайчика, потому что она не понимает, как так яркая игрушка танцует, разговаривает. Воздушный поцелуй. Спасибо большое. Мы тебя любим. Пока-пока, зайчик. Все, он пошел кушать. Ням-ням побежал. А тапочки забыл. Ну что, страна, вот приехали большой, огромной семьи. Кафе. А может, ресторанчик? Смотрите. Моя любимая жена. Сегодня отмечаем 8 марта. Да, любимая? С праздником тебя. Спасибо, принцесски дорогой. Спасибо, мой сладкий. С праздником. Смотрите, тут и Аленка. И моя любимая теща. Богдашка. Богдашку постригли. Ну, тут есть премьера, друзья. Премьера, смотрите. Это Денис. Он тоже с нами, друзья. Прибавление к семье, да? Да. Ну что ж, всем хорошего праздника, всем хорошего настроения. Все, друзья, всем пока-покасики. Покасики. Мама! Это я. Ну, говори покасики. Покасики, покасики. Вторую порцию уже дочь кушает. Так и картошка да понравилась. Она молодая, еще мелкая, поэтому. Что-то принесли горячее. Так, дайте маме салат покушать с крабом. Прямо с крабом? Да, мне еще супчик вот ждет меня. Какая красота! Занята с дочкой, поэтому не могу поесть. Ты пьешь, что ли, Денис? Ну ты даешь. Чай. Не знал, что ты пиво пьешь. Буду знать. А мы тарфунчик пьем. Лимонадик. Будя! Лысик! Богдаша подстригли сегодня. Он теперь у нас лысик. Такой хорошка. Вот парочка. Вот моя любимая доченька кушает картошечку. Все съела. Умничка, доченька. Какие-то картошка понравилась. Богдашка новая прическа. Олечка. Это мы. Зинка. Праздник. 8 марта. Наш женский день. Селё. Да. Ну что, страна? С праздником всех. Всех женщин. Мы ждём. Она твой бургер хочет. Ничего себе. Так, мы у тебя пройдём. Давайте. Нет. Нет. Да. Что-то помогай. Давай. Да. Да, хорошо. На время взяли. А папе? А Бодя что там кушает? А Бодя у мамы в сумке лазит. А папе можно это кушать? Так, Василиса разбирает по запчастям мой бургер. Ты что, шкодина что ли? Я себе заказала запеченный гребешок, сейчас покажу. А я заказал себе уху из петуху. Вот. В сливочном соусе. В сырном соусе. Дим, что у тебя там? Роза? Ты где взял? Черная роза!
Черная роза. Это... Денис, учись. 8 марта сегодня. Надо же, надо своих девочек. Это очень редкие розы, черные, кстати. Еще и... Не, еще и бумажные, это очень редкие. Ты так уже знал, как я сделал, дочь передаю. Поздравляю тебя. Держи, на. Постригли под Дашу мы сегодня. Лысенький. Лысенький. О, футболист. Что там? А что там такое? Пить, пить, пить. А, попить давай. Сейчас папа даст. На, держи. Держи. Давай. Держи сам, во. Малина даешь? Да, это малинка. Не хочешь? Ну, не хочешь. Лысый. Богдашенька. Ты мое солнышко, какой у тебя горшок. Мама тебе купила горшочек. Только пока для нас-то игрушка. Лысенький. Папа подстриг тебя сегодня, да. Сыночек. Такой взрослый. Маленький. Так, иди посмотри, кто там пришел. Бабушка! Посмотрите, какая дома у меня красота. Весна. Тюльпанчики. Мамочки подарили. Мне подарил. Милый мой. Милый мой. Всех дам. Хочу поздравить с праздником 8 марта. Будьте любимы, любите. И всего вам самого наилучшего. Мы пришли в кафе всей семьей отмечать 8 марта. Вот мой сыночек с новой прической. Богдаш. Богдаш. Богданчик. Мой мальчик. Мамуля. Оля. Дима. Оля. И Мася. И мой. Всех дам еще раз поздравляю с праздником. Звонила, давай я буду сейчас кушать стейк с мраморной говядиной.